Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня я покажу, как засушить ранетки. У нас есть такие ранетки. Это маленькие-маленькие яблочки. К сожалению, они у меня очень мелкие, потому что за деревом никто не ухаживает. Если его немножечко подпилить с разных сторон, разные ветки отпилить, то они будут покрупнее. Мы их с вами выкладываем в сушилочку мою. Вы тоже можете такую сушилку приобрести. У меня самая дешевая, самая-самая обыкновенная сушилка. Вот. И будем сушить в ней. Потом я вам в конце покажу, какими они стали. И сколько понадобилось время. Сколько ушло времени. На них, я думаю, наверное, уйдет немножечко побольше. Какие у нас красивые, осенние такие, как гирляндочки маленькие. Ну вот, смотрите, все, я разложила, получилось у меня два полных и один половинка поддона. Вот, чуть-чуть, я набрала просто на пробу, попробовать посушить, насколько они будут ли они вообще вкусные, получится у меня или нет. А я их сушу для того, чтобы заваривать их в чае. Вот, у меня в этом году идет особенный чай. Я хочу его попробовать с разные чаи, вот, с разными листочками, ну, какой-то, может быть, свой изобрести. Вот, но это будет отдельный ролик, это будет отдельно. Вот, и сейчас мы с вами их отправляем сушить, отправляем где-то на 60 градусов, и постепенно они пускай у нас сушатся, и потом я покажу, что же у нас получилось. Вот, оставайтесь. Смотрите дальше. Так, ну вот наши ранеточки с вами. Они получились. Слава Богу, потому что когда они подсушивались, в какой-то момент я поняла, что они практически сварились. И по ощущениям было, как будто они в духовке у меня запекались. Я думала, все, наверное, не получится. Вот. Жаль, что не сделала фотографии. Я думала, все, не получится, смысла нет. Ролик выкладывать тогда не буду, дальше записывать не буду. Ну и просто оставила, они мне несколько дней сушились. И в какой-то момент я заметила, смотрю, а они, оказывается, уже все высохли. Потому что они же у меня не были разрезаны, они были полностью. То есть полностью маленькие яблочки. Вы помните, какие они были, вы помните, когда я их клала. Вот они жесткие, прям такие. Тут чуть-чуть ломается. То есть помните, какие они были, но они высохли. Понадобилось нам где-то неделя, наверное, даже побольше. Ну да, на неделю, потому что мы гуляли, из дома я уходила, то есть если я уходила из дома, я ее отключала. А если полностью с утра до вечера сушилка работала бы, тогда получилась бы неделя. Так, вот у меня чистый мешочек, мы сейчас будем с вами перекладывать обратно в мешочек. Вот, в принципе, и все. Вот получился небольшой мешочек. Вот так они выглядят. Все сухенькие. Пахнут ароматно,
какой-то степени даже, мне кажется, медом, подсушенным каким-то таким сладким запахом. Вот. Сушила я их для того, чтобы добавлять их в чай. Кто не знает, во влогах некоторых я показывала, что я сейчас много разнообразных ягод сушу. Вот, фруктов, ягод сушу для того, чтобы сделать чай. То есть разнообразный чай. Листочки там тоже, там, ну, куча-куча всего. Сейчас уже у меня много чего накопилось. Это все выйдет отдельным роликом где-то, ну, скоро. Не знаю, когда скоро. Сейчас я уже, в принципе, все насушила. И мы с вами скоро будем уже пробовать делать, что-то менять, делать чай такой, сякой, какой получится аромат. Ну, вот, как-то так. Ну, короче, это все будет отдельно. По отдельности. Вот. Давайте вам еще разочек покажу. Посмотрим, как, конечно, будет из ранеток. Будет ли вообще вкусно. Те же самые яблочки, но вот они. Маленькие. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Смотрите другие ролики, наши влоги, обзоры, обзоры продуктов, продуктов из фикс прайс, продуктов из обыкновенных магазинов, всякие шоколадочки, всякие вкусняшечки. Вот. И всем пока-пока.